Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем с вами говорить об отцовстве. Сегодня я хотел бы начать такую серию капель по поводу того, каким должен быть настоящий отец. И главная мысль, наверное, главный такой серьезный посыл в этом отношении, это тезис о том, что настоящий отец в обязательном порядке должен быть настоящим мужчиной. Если существуют какие-то отклонения в нашей мужественности, то будет страдать и наше отцовство. Сегодня современное общество совершенно не понимает уже, что необходимо делать современными мужчинами. Огромные усилия, рекламные кампании, невероятные финансы были направлены на то, чтобы сделать мужчину более осторожным, осмотрительным, чувственным, послушным и совершенно управляемым. И я бы даже сказал женственным. Посмотрите, что мы получили в итоге. Сегодня многие мальчики выглядят красивее девочек. Они стараются превзойти друг друга в красоте, нежности, чувственности и так далее. И мы потихонечку утрачиваем не только мужественность, но и само понимание мужественности. И на мой взгляд, нам нужно с вами разобраться, что значит быть настоящим мужчиной, а что не значит. И только после этого мы можем говорить о настоящем отцовстве. Сначала каждый из нас должен проверить, сделать анализ того, насколько мы действительно мужчины, в соответствии с тем, как на это смотрит Библия, и то, что заложил внутрь каждого из нас Господь.